Ты что, в Канаду хочешь уехать? Вот там, в Канаду, вон, да, смотри, в везде. Да, в Канаду хочу уехать. Вот, копишь на... А ты кто по национальности? Русский или кто? Может, кто еще? Нет, я русский по национальности. Понятно. Я вот правда говоря, правда говорят, что в Канаде много украинцев? Мне кажется, врут. Нет, я вот тоже, может, и слава богу, если врут. У меня вот такая проблема, страдаю украинофобией. Мне бы туда поехать, в тот город, где меньше украинцев. Я, может, кто разбирается, хочу спросить, где их меньше, где больше, в какой провинции. Ну, а знаю, типа, почему? Почему? Ты на этом в этом бизнесе? А? Боязнь у тебя такая, что ли? Ну не боязнь, это фобия имеет два значения, либо боязнь, либо неприязнь. Вот, допустим, когда говорят, что крем водофобный, вот, ну, допустим, вакса для этих, для обуви, да, она водофобная. Ну, если хорошая, хорошего качества, это не значит, что она боится воды, она ее отталкивает, то есть не это, как бы не признает, а старается отталкивать. То есть испытывает определенный негатив, неприязнь. Вот два значения. Не, вот я перебью тебя, конечно. А у тебя вот фотографии ты показываешь. Это какие у тебя фотографии? Ну, типа, что за фотографии? Слайд-шоу. Это виды Харькова. Виды Харькова в основном идут. Ну, иногда приколы появляются там из другой папки. Я сам из Харькова. Я сам из Харькова, если что. Ну, ты, если хочешь куда-то уехать, где нету, где очень мало украинцев, я тебе могу подсказать, хочешь? Ну, давай. В Казахстан езжай. Так там много, их же ссылали, кулаков, в том числе украинцев, в Казахстан. Да, они уж все уехали. В 20-х годах. Не, уже уехали. Так нет, ну, если брать, допустим, в Якутии их еще меньше, чем в Казахстане. В Ханты-Мансийском округе. Много регионов, где... Я ж про Канаду говорю, а почему-то Казахстан. Ох, а ты в Канаду собрался? Да. Как поедешь? А? Как поедешь, дед? Ну как? Соберу сумку, да поеду. А что делать там будешь? Что, где жить там? Много же нюансов. Ну, у меня есть там дети. А, ну если дети, ну тогда это другой вопрос. А ты что, канал имеешь на Ютубе, нет? Не. У тебя просто кресло блогерское, поэтому я спросил. Ну ладно, не. Спасибо тебе за советы, давай успехов, всех благ. Угу. Ну если блогеры-стримеры, у них, как правило, интересный вопрос. А если вы... Регуляр юзеры, может, у вас есть интересные вопросы? Нет, никаких вопросов нету. А что ж в рулетку заходите? Телок ищете? Да, просто так листаю, общаюсь с людьми. Ну, когда общаются, вопросы задают. Ну ладно. А вы из Монреаля? Что? Вы из Монреаля? Нет, почему? Не из Монреаля. Вы откуда? Харьков. А вы откуда приехали в Бруклин? Я не из Бруклина. А откуда? Я из Украины. Из какого города? Что, простите? Из какого города Украины? Киев. Киев. Дарница где находится? Север, юг, восток, запад. Дарница? Я по-русски плохо знаю стороны. Да говорите на мове, я вашу мову понимаю. Восток. Восток, северо-восток. Ну, просто восток. Долго думали для киевлянина. Ну, ладно. Я по-русски плохо разговариваю, а я так понимаю... Вы... Могли бы на укромове сказать, я вашу мову понимаю, я же вам сказал. А. Добре, ви можете говорити українською. Так ви, виявляється, москаль, так? Да? Росіянець? Ні, ну я канадець, взагалі. Що ви Київ за три дні взяли? Росіянець, канадець? А я що, збирався його брати? А мені нафіг не нужен ваш Київ. Які у вас інтересні слайди крутяться. А ви знаєте, що в Канаді живе син, не син, а внук Степана Бандери? Ну і син жив.
умер, по-моему, лет не так давно умер, лет 7 назад, наверное. Надо, вот я вас заскриншотил и перешлю в группу украинских националистов. Пусть вас поищут. Присылайте. Он, вы сидите... я вам даже более, что он жил в городе Оквилле, чтобы вы знали. Оквилле. Я знаю. Только вы одно не учли, что Канада – это цивилизованная страна, в отличие от Украины. Тут беспредела нет. Как бы вы ни пересылали, никакой угрозы они мне не будут угрожать, потому что это уголовно наказуемо. Индийские агенты убрали интересного человека недавно в Канаде. Вы говорите, в Канаде невозможно. В Канаде все возможно. Если в Канаде живет расист, человек, который проповедует или верит в российский колониализм или империализм, этот человек не должен находиться в Канаде априори и в свободном мире. Если вы верите в Россию, то езжайте в Россию. Откуда в демократическом мире? А я вам кто это говорил? Я вам и слово про Россию еще не сказал. Нет. А по вам видно. По вашему говору и по вам видно. И по вашим слайдам сзади. Вы типичный расист. По моему говору видно, что я просто хорошо владею русским языком, а это мой native language. Вот такое. Совершенно нет. Вы владеете русским языком уже очень плохо. Вы звучите как этот, как его, я даже не помню его фамилию, этот кремлевский пропагандон, который кричит «Гойда!» Он «Гойда!» 3 дня Киев берете. Сегодня под Авдеев. Вы уже повторяете. Мне ваш Киев даром не нужен. Хоть за три века его брать. Сегодня под Авдеевкой 70 ваших российских военных полегло. Почему как с куста? Ваших? Я же сказал, что я из Канады. Нет, а вы россиянец. Вы расист. Я по национальности русский, а воюют россияне. Там в основном даже не русские воюют, а буряты. Кто там еще? Вот у вас российские флаги крутятся сзади. Это крутится флаг Харьковской республики был. Там нет российского флага. Не существует Харьковской республики. Сейчас существует. Она была в 2014 году. Ее подавили 14 марта 2014 года. Она существовала недолго, 2 недели. Да, было такое. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. Ну ясно. Может, вопросы у вас какие есть интересные? Что это у вас за флаг там висит сзади? Флаг города проживания. А что это за город? Это город Торонто. А чего вы сидите в чат-рулетке? Что вы тут забыли? Ну то же самое, что вы. Ищу собеседников, контент или еще что. А что у вас прожектора горят? Ну это цветомузыка просто. Для привлечения внимания. Ага, понятно. Ну, вы-то на какие темы? Торонто, а ты откуда? Торонто? Ух, тебя судьба забросила. Так я из Украины. Да что это за ответ? Я тебе город назвал, ты город назови. Город? Сумы. Место я по-вашему. Ну, Сумы, вот это уже... Сумы! Ну, вот понял, я услышал, что Сумы. Ну, окей, какие вопросы, может, имеешь? Или на какие темы беседуешь? Вопросов к тебе никаких не имею. Беседую свободно на любые темы про жизнь. Ну, понятно. Как все по жизни. Ну, ясно. На любые темы. Это как понять, на любые темы? Я, например, беседую... Вы на руках понимаете. О, вы крутые. Вы откуда? Звитки? О, спать. Ивано-Франки. Спать уже хочет, подружка. Бизон слева, антилопа сзади. А твои как? Тоже заебись. Рад за тебя. Ты откуда? Звитки. Из Африки. А вы? А я с Антарктиды. Ой, як воно? Да нормально.
У тебя вопросы есть какие-нибудь? Как, к Африке? Да. Задавай. Сейчас я придумаю. Придумай что-нибудь. Как стать миллионером в 12 лет? Ну как, кстати, в казино пойти да выиграть миллион. Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. Чем хорошим и нехорошим занимаетесь? Ну как вам сказать, как дела? Одно закрыл за отсутствием состава преступления, другое за отсутствием события. Остальные подшиваются, а ваши как? А что у вас за состав преступления это такой? Ну, это юридическая байка такая, ответ на вопрос, как дела. Если не понял, я могу. Это ответ на вопрос, да, я понял. А вы, нифига вы такой. Нифига вы такой умный молодой человек. Ну да, у меня ученые. Я даже не думал, что вы меня так подколите, как сказать, так вот прям красиво, прям так. Даже не ожидал такого. А вы из Москвы вещаете? Или да. Да? Да. Ну, вообще, в Москве подрабатываете или живете? Подрабатываю. А сами откуда? С России. Ну, с какого города? Москва это тоже Россия. А зачем вам знать, откуда я? Ну, не желаете, не говорите. Я не хочу. Ну, не может. Может, я знаю. Зачем вы тогда спрашиваете? Нет, мне интересно было, но если вы не желаете, я ж не буду настаивать. А интерес в чем? Я вам объясняю. Бывает, что человек из города, который я знаю, мы с ним, в котором я бывал, мы можем с ним побеседовать. А вы думаете, что мы могли бы быть с вами знакомы, да? Нет, просто мы могли побеседовать об данном городе, например, если давайте поговорим. Так в чем вопрос? Давайте поговорим. Вы просто много вопросов задаете, которые вам вообще не было. Я не знаю, о каком городе с вами говорить. Вы же не желаете. Так вы задаете вопрос о городе. Вы задаете вопрос о городе, а не о моей жизни. Я не задаю о вашей жизни. Я задаю, из какого города приехали в Москву. Я вам так и задал вопрос. Да какая вам разница, с какого города приехали? Мы же не можем... А зачем вам знать, с какого... А зачем вам знать, с какого города я приехал? Хорошо, давно вы в Москве находитесь? 13 дней. А, ну тогда с вами о Москве тоже нет смысла говорить, вы еще и не знаете. Почему? Я знаю Москву не знаю, с ног до головы. А, ну тогда сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской железной дороги? 12. Ну, правильный ответ 2, а вообще там 3 вокзала. 12. 12. 12. В Москве всего 9. А почему остановки не считаются? Нет, только вокзал. А какие остановки вы считаете? Почему? Через каждые 150 метров остановки стоят. Где? На вокзале где? Стоялки, что ли? Это, конечно, не считается. Нет остановки. Остановки чего? Автобусов, на которые люди приезжают. Нет, там, если вы видите рейсовых автобусов, там их всего, значит, 3. Одна трамвайная посередине площади и в углу площади за Ярославским вокзалом бывшая троллейбусная, там 14 троллейбус ходил, сейчас электробус ходит. Ну и автобусы там раньше ходили, сейчас их убрали. Раньше ходил 12-й, по-моему, 18-й. Если на то пошло. Не знаю. Вы что-то меня обманываете. Потом, неправильно. Потом проверите по гуглу. Хорошо, вы, нет, я вижу, троллингер неплохой. У вас есть вопросы еще какие-нибудь? Конечно, есть. Задавайте. Чем вы занимаетесь? Как ваша жизнь? Да это на личные вопросы, вы же сами говорите, нет смысла говорить. Это неинтересно. Так это я сказал. Ну, так а вы сами поймете. Личные вопросы опустим. Есть общие вопросы еще? Общие? Да. Как думаете, сколько мостов в России? Мостов в России? Ну, я думаю, 954. Откуда вы это знаете? Ну, я так предполагаю, я точно не знаю. А назовите хотя бы 120. Ну, это долго перечислять. Погуглите. Лопатой. Нет, конечно. Что? Раненый, что ли? Так сегодня, скажу, вчера, блядь, заявил хлеба. Все, он воевает лопатами. Ну, у меня ВУЗ есть.
Военная учетная специальность. Это Делахов лопата. Я по военной учету специально. Ты представляешь, за два года войны, нахуй, городить, ну сразу, да, блядь, лопатами ходят. Ну за два года войны городить, нахуй, мы будем, блядь, воевать лопатами. Макдональдс, нахуй, вернул, ебать. Но блядь, сука, сделать, нахуй. Но это ж как этот самый, как... Чем защитить Макдональдс, не сделал, нахуй. Что? Это же как бывший Воробьев, бывший мэр Геничинска. Он тогда, когда к крымской границе выходил, говорит, это самое, кричал в крымскую сторону, я вас зубами рвать буду. Не слыхал? Ну, где-то... Какие нахуй зубами, блядь, нахуй? Ну, нет, блядь, они, блядь, вот пиздит, выходит этот, блядь, ёбаный, блядь, как его, боевая Верка Сердючка, нахуй, блядь, Данилов, ебаный. Ну, да. Цены так просто, зарабатывай, блядь, завод с выготовления пороха. Yes. А ты сам откуда? Где живешь? Ебать, нахуй ты там, сука, сидишь! Съебись, нахуй, дай тому, кто сделает, ебать! Нахуй ты сидишь, ебать, блядь, Макдональдс, нам еще какой-то... Закончилась война, уже давно, давным-давно вернулись, нахуй, Макдональдсы, хуёнальдсы, все что угодно, нахуй. Ну да. Ну а 50 тысяч выстрелов в сутки сделать, блядь? Нету пороха, блядь, делай сжатым воздухом, нахуй, или еще чем-то, ебать. Похуй, блядь, ну что, блядь, дурак, нахуй, шо ли, блядь? Ты сам откуда? Где живешь? Я из Запорожской области вообще, блядь. Ты что, под контролем РФ сейчас? Ну я вижу, ты смелый такой. Ну молодец, молодец. Если б жил в тоталитарной Украине, ты бы так смело бы не говорил, я тебя понимаю. Так я нахожусь на территории подконтрольной Украины. А, подконтрольной? Ну, там уже, так сказать, СБУшники тоже особо не сверстят. Они знают, что скоро им валить оттуда придется. Да, валить. Ну ладно, ты, я вижу, парень позитивный, заходи на мой канал, будь осторожный. Вас здесь не пишут? Плевать, он в курсе. Кто? Тот, кто пишет. Семичастный? Я вас слушаю. Ну я понял, я разумею вашу мову. У вас ваш вопрос интересный есть. Я прошу прощения, а сколько лет вы употребляли героин? Нисколько. А вы сколько? Да ну, я вам честно скажу, по вашему обставлению комнаты это не сильно убедительно звучит, что вы не употребляли героин. Да ради бога, можете имплементировать вашу версию для себя как хотите. Еще какие-нибудь вопросы у вас есть, может быть? Хорошо, сколько вы на Трамадоле сидели? Тоже нисколько, то же самое. Можете считать, как вам... На Черняшке. Как вам комфортно. Еще на Черняшке сколько сидели? Ну, это одно и то же. На Черняшке сколько сидели? Я же для всех, так сказать, наркотиков вам объяснил. Можете считать, как вам удобно. Еще какие-нибудь вопросы? А какой ваш любимый алкогольный напиток? Коньяк. А какой конкретный, если не секрет? Ваш любимый какой? Армянский. Какой? Ну какой? Да звание какое? 5 звездочек. Какое? Ну, название какого коньяка? Нету. Армянский, 5 звезд. Бывает Эривань, хорошо. Эривань будет. Есть такой коньяк. Сколько долларов за бутылку? Что? Сколько долларов за бутылку? Смотря за какую бутылку. Какую бутылку вы имеете в виду? 0,5. Ну, у нас не продается по 0,5. 0,75. У вас в тетрапаках, да? Нет, у нас просто другая система измерений. 0,75 стоит примерно $56. Нормально. Неплохо. А у вас сколько стоит? Я любитель. Эривань. Я любитель портвейна. Я не пью коньяк. Три семерки, что ли? Нет. А какого? Португальского? Португальский. А и у вас почем? А, бутылка за 0,7 стоит 890 гривен.
Я понял. Не знаю, сколько это доллара. А вы откуда, кстати, если не секрет? Из Днепра. А, понятно. Ну, 800... У вас курс доллара сейчас сколько? 38, да? 37. 37. Ну, понятно, где-то 24 доллара. Ну, тоже дороговато для вас, но ничего. Ну, хорошо. Еще нет, для меня не дороговато. Ну, я понимаю, что вы крутой. Еще какие-нибудь вопросы у вас есть? Да. Задавайте. За сколько денег дадите туза своего пробить? 11 423 000 Бля, я бы за... $750 000 ебать хоть нахуй. Ну, после гривны. А тоже нормально, даже в гривну, да. Ладно, have a good... Нет. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский — это какой, чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из этого? Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм — это не очень дорого. Вы... И вообще все, во всем мире яйца в мире меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас яйца в килограммах измеряют. Вы что, издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно. Разные. И цена разная. Игорь Вадимович. У мелкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. Ну, а если взять их в килограмме, если взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане. В Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Не иди сюда, ибо ныне за правду воюет. Правда в речах его правды, холодный грош. Раніше передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну еще в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Мы сделали украинским угодом и членами. Италец, да, Украина, которая создана группу экономического.